Специалист по оказанию розничных банковских услуг Ирина Чавлытко решила поучаствовать в переписи населения по интернету. Она без труда ответила на нужные вопросы, переписав себя и своих близких. А через пару дней узнала, что выиграла смартфон. Для нее это стало полной неожиданностью. Я была на работе, да, и сразу не ответила на звонок. Вот, потом получила сообщение, смс, тоже не поверила. Вот, ну и потом перезвонила, ну и оказалось, это правда. Так что все реально. Поздравить женщину с выигрышем и вручить ей подарок приехала Елена Морозова, начальник главного статистического управления Могилевской области. Спасибо вам за вашу позицию, что вы приняли участие в интернет-переписи самостоятельно, прошли. Спасибо большое. Вот. Напомню, что Белстатом проводится единовременная акция для популяризации самостоятельного прохождения гражданами переписи населения. Методом случайного отбора за предыдущий день отбирается один человек, принявший непосредственное участие в интернет-опросе. Выбранный призер получает в подарок смартфон. Это сегодня последний день, когда можно пройти опрос самостоятельно через интернет. С 21 числа, с понедельника, будут работать переписчики. Они будут обходить оставшиеся дома по квартирам, пойдет по квартирный, по домовой опрос. Но в то же самое время про нас продолжает работа и стационарных участков. На сегодня в Бобруйске переписало 73 тысячи человек. Из них почти 39% посредством интернет-опроса. Согласно данным на утро 18 октября, в Беларуси приняли участие в переписи населения 4 460 тысяч человек. В нынешней кампании у белорусов есть возможность самостоятельно ответить на необходимые вопросы в интернете. Данным нововведением воспользовались 1 827 600 человек. Основной процент переписавшихся в сети – жители столицы. Людмила Любимцева, Максим Галенко, Бобруйск, 360.